Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас 19 февраля, вторник. Вчера я снимала видео минут на 10. Но оно у меня не получилось. То есть получилось, ну как бы я его сняла, а когда выкладывала, нечаянно удалила. Потому что у меня получилось как бы два видео. Одно такое на несколько секунд, ну как сбой какой-то. Я хотела его удалить, а удалила то видео, которое на 10 минут. То переснять уже не успела, немножко расстроилась. Ну, просто вчера была возможность на 10 минут вот рассказать, чем занимаюсь, что делаю. Вот такая замечательная погода сегодня в Москве. Все-таки пробую, учусь телефон в руке держать, и чтобы не тряслось. Все-таки удобно на телефон снимать, только, не знаю, вот. Пытаюсь держать крепче и прижимать руку к себе. На улице минус 2. Такая хорошая солнечная погода. Вчера, говорят, какая-то была супер луна, да, какая-то самая крупная луна в году. Мы вчера как раз вечером вышли погулять на часик-полтора. Так, ну, прогулялись до парка и обратно, в общем, через все Новые Химки. Вот, прогулялись пешочком. Да вроде даже не замерзли, хотя было минус 3 вечером. Такая нормальная погодка была. Сегодня тоже вот ничего, солнышко такое. Хорошая погода. Я сейчас, наверное, вот это видео выложу. Потом выйду в трансляцию минут на 30-40. Потом поеду в магазин, туда к метро. Там мне надо кое-что купить. Давно собираюсь, надо все-таки съездить. Потому что мне уже... Я точно не помню, завтра или послезавтра идти в центр занятости отмечаться. По-моему, мне предлагали 20 или 21. Я вроде сказала 21. Но я что-то подумала, чем позже, тем лучше. Ну, как бы, куда торопиться-то. Ну, в общем, в четверг мне идти в центр занятости. Идешь, отмечаешься, а через 5 дней деньги приходят. То есть, значит, числа 26 мне придут деньги. За полмесяца 4000 всего. Если, конечно, они мне там больше не должны за прошлые месяца. Там какой-то сбой получился. Мне платили как бы не за 2 недели, а за 3. Там у меня что-то выходило 2 раза по 8, по-моему, я получила. Вчера вот так немножко расстроилась, то, что видео снимала. Ну, что-то там снимала, рассказывала что-то. Ну, хотела выложить, думаю, хотя бы 10 минут там, думаю, расскажу, чем занимаюсь в выходные, что делаю. Но не получилось у меня. Ну вот, удалила нечаянно, немножко расстроилась. Ну ничего страшного, думаю. Вот будем считать, что вчерашнее видео я решила переснять сегодня. На окне у меня еще гирлянда висит. Я вот тоже про нее вчера рассказывала. Красивая такая гирлянда. Вся прозрачная, провода прозрачные, лампочки прозрачные. Ну, светится разноцветным, естественно. Наверное, там какие-то светодиоды внутри разноцветные. А так она смотрится интересно, как будто изо льда вся вот это вот. Как будто изо льда. Это я приготовилась, сейчас буду украситься. Ну, так, приведу себя в божеский вид. Потом поеду в Москву к метро. Так, что я хотела рассказать. Я вчера опять делала рулетики. Вот такие вот. Свет забыла включить, чтобы поярче было на кухне, посветлее. Сейчас включу. Так. Так, вот рулетики. Тут, значит, вот эти, которые вот с левой стороны. Это, ну, вареные яйца, зелень, майонез. Ну, в общем, как вот пирожки бывают, это яйцо с зеленью. Это вот в рулетике. Кстати, эти
Лаваш на этот раз совсем тонюсенький такой, армянский. В прошлый раз лаваш был потолще. А вот другие рулетики, там, значит, отварные, значит, картошка, морковь и майонез, и зелень. В прошлый раз, кстати, вот такие рулетики с картошкой, с морковкой, в прошлый раз они у меня, там была курица добавлена, я просто забыла сказать. Я там туда это, отварной курочки добавляла. А вторые рулетики в прошлый раз у меня были колбаса с сыром. Такая копченая, по-моему, колбаска и сыр. Тут я вот кофе себе сварила. Такая кружечка у меня красивая с котиком. Тут Санкт-Петербург, а тут Спас на Крови. Вот этот храм, который в Питере. Так, я тут кофейку себе сварила. Это уже вторая чашка. Даже не чашка, а бокал. Я пью прям стаканами, бокалами. Так, ладно, потом вымою. Так, там модный приговор идет. Но пока реклама, я видео доснимаю. Люблю смотреть модный приговор. Там это Эвелина Хрумченко, моя любимая. Ой, кофеечек. Так, ладно, сейчас видео доснимаю. Потом буду кофе пить. Вот такой календарь. Мужа отругала, кстати, что у меня календарей нет ни одного в квартире. Так он мне штук 6, наверное, принес. Сейчас я покажу, какие он мне принес. Вот я повесила на кухне с котиками, а вот в прихожке, вот здесь церковной повесила. Там вот у меня какой-то то ли ангел, то ли кто. Так, а куда он дел остальные? Я, конечно, извиняюсь, у меня в квартире бардак. Вчера не убиралась, потому что все дома сидели. Филюша, вот Филимон лежит. Филюша, дрыхнешь весь день, да? Весь день дрыхнешь на диване, Филюшечка. Филимон. Вчера я тебя тоже снимала, а потом пришлось нечаянно удалила. Здорово, здорово, Филюшка. Ладно, Филюшечка, вчера тебя снимала, только видео удалила нечаянно. Так, сейчас покажу еще, какие календарики он мне принес. Только все какие-то они такие. Ну, дешевые, дурацкие, без этого, без бегунка, без рамочки красной. Просто. Ну, вот такой с Путиным календарь есть. Так, видео продолжается. Я куда-то нечаянно чуть не нажала, у меня чуть все не удалилось. Вот такой календарь. Хороший год с президентом России. Вот тут Путин с леопардом. Он тут вот он с Путиным, короче, календарь один. Вот он тут на каждой странице. То с собакой, то с цветами. Там вон хоккей играет. Ну, тут. Ну, вот такой. Тут вот он на байдарке катается. Ну, такой простенький календарь. Путин на коне. Вот там он на рыбалке. Красивый такой весь себя. Да, крутой у нас все-таки президент. Тут вот за штурвалом самолета. На 20-й год уже календарь. Надо оставить, кстати. На 20-й год календарь. Вот на последней странице. Я хотела раздать эти календари. Один оставлю. Но вот тоже с Путиным. Один отдам, один оставлю. Вот какой красивый календарь с цветами. Вот, может, цветами еще куда-нибудь повесить. Он какая красота. Гиацинт. Январь. Цветок гиацинт. Март. Это тюльпаны. Май. Эустома. Это вот, кстати, мои любимые цветы. Фиолетовые розочки. Японская роза. Эустома. Эустома. Латинская. Эустома. Вот он как называется, кто не знает. Название цветка произошло от греческих слов «эо», что значит «прекрасный»,
Истоум, уста, прекрасные уста. Его второе название – лизиантус. Растение любимо флористами. Да, очень красивые цветы. Мои любимые вот эти фиолетовые розочки. Эустома. В переводе означает прекрасные уста. Эустома. Так, там лилии вот на той стороне. Сейчас мы сначала эту сторону посмотрим. Здесь у нас розы, герберы. Это какая-то рудбекия. Тут тоже календарь на 20-й. Мы сейчас обратную сторону посмотрим. Так, это брунья какая-то. Гвоздика. Гортензия. Тоже сиреневые цветы красивые. Гортензия. Так. Ранункулюс какой-то. Ранункулис. Кулюс. Чё-чё. Лилия. Да, самая шикарная вот там май месяц. Эустома. Орхидеи вот желтые. Ничего, календарь красивый вот этот с цветами. А вот такой еще с котятками, с котятами. Ой, какой котик красивый, с зелеными глазками. Так, там какой-то сиамский. Ой, вот рыжий котик красивый. Вот еще рыжий кот какой шикарный. Ой, может, я бы повесила, конечно, с котиками у меня висит. А вот я бы еще с цветами куда-нибудь повесила. Но у меня там висит этот, как его... У меня там висит церковный в прихожке, чтобы праздники знать церковные. Еще один рыжий котик, котенок красивый. Ой, тут всякие серые. Каких только котиков красивых нет. Ну, не знаю. Оставлю себе какие-то еще. Вот такие вот дела. Ну, в общем, все, что хотела, показала. Показала Филимона, показала рулетики, показала календари, показала, что кофе пью. Тут вот модный приговор идет, моя любимая передача. В общем, пойду я видюшку выкладывать, кофе пить, а потом часиков в 11, 11:30 выйду на трансляцию. Ладно, всем пока.